На глазах жителей хутора Гуляй-Борисовка пожарные отрабатывают экстренную ситуацию. Из машины, попавшей в ДТП, нужно извлечь людей и затушить воспламенение. В программе торжественного открытия новой пожарной части это самозрелищный момент. Само открытие для местных жителей – важное событие. Во благо населения. Я как предприниматель это очень понимаю, что очень нужный объект в наше время. Работники пожарно-спасательной части будут обеспечивать безопасность жителей более 20 населенных пунктов, в которых, кроме жилых домов, располагаются социальные объекты. Это школы, садики, это врачебная амбулатория с дневным стационаром. В общей сложности где-то около 10 тысяч населения человек. Очень большой район выезда у нас, в пределах 25 километров. 11 сотрудников части могут не только бороться с огнем. Все работники прошли обучение по программе «Спасатель». Каждый готов прийти на помощь при ДТП, оказать первую медицинскую помощь. Так работают все областные спасательно-пожарные части. За последние 9 лет в Ростовской области их уже открыто 44. Хочу заметить, что государственная противопожарная служба включает в себя федеральную противопожарную службу и субъектовую. В Ростовской области ежегодно открывается 4-5 пожарно-спасательных частей. За свою деятельность мне не приходилось видеть, чтобы в пожарной части открывалось ежегодно столько пожарных частей. В среднем специалисты областной противопожарной службы совершают около 10 тысяч выездов в год, как на тушение пожаров в жилом секторе, так и на борьбу с огнем в природе. Делается очень много. Василий Жголубев, губернатор нашей области, уделяет этому пристальное внимание. И мы свою работу в этом году не заканчиваем. Мы продолжим строительство пожарных частей и в следующем году. В рамках областной целевой программы защита территории населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Очередную областную пожарно-спасательную часть совсем скоро торжественно откроют в Мясниковском районе.